Это древнейшая профессия. Она, по-моему, ее никак не выкорчевать. Или это как, ну, это было уже организовано когда-то, да, и в царской России, по-моему. Это, конечно, это очевидно, естественное как сказать, одна из форм существования общества, одна из форм. И она по-моему, неискоренима. Искоренима только если, так сказать, придут нацисты, так сказать, как у себя, то они только таким путем, это ужасно, понимаете. А суть человеческая такая, что есть же много несчастных мужчин, у которых нет девушек, они некрасивые, или они зажатые, они, я не знаю, какие. Вот. А желающих женщин жить, так сказать, у кого-то.